Всем привет! Сегодня расскажу, как я на кроссовках справляюсь с длинными шнурками. Часто на кроссовках длиннющие шнурки, и непонятно, что с ними делать. Бантики получаются гигантские, в 3-4 раза приходится их завязывать. И как я справляюсь с такой проблемой? Бывают кроссовки с такими жесткими, даже когда завяжешь, они развязываются, потому что слишком такой жесткий канатик. И буквально чуть-чуть, и опять шнурки все развязаны. Три способа завязывать такие кроссовки. Один я уже показала, где я чистила вот эти кроссовки. Я показала один метод, как я справляюсь с длинными шнурками. Я его и повторю. Я вот шнурую шнурки, и там вот, где есть две петельки, часто на кроссовках бывает непонятно, две петли, как бы параллельно друг другу. Я нашла им применение. Чтобы шнурок заходил сверху, и я засовываю вниз. Вот так. Вот. И получается у меня вот шнурок. Вот. Снизу шнурок, и я засовываю в дальнюю дырочку. Объясню, почему в дальнюю. Сейчас. Вот в дальнюю дырочку, а теперь в верхнюю дырочку сую шнурок, чтобы у меня получилась петелька. И здесь просто завязываю шнурок на узелок. Вот. И засовываю. Все. Теперь у меня будет здесь узелок. Он будет под языком и не будет мешать кроссовку. Если бы я засунула сюда, то вот этот бы узелок выглядывал бы кончик здесь. Поэтому лучше верхний, он точно будет под язычком. Теперь мой шнурок в два раза короче. Также я поступаю и с этой частью. В дальний, в верхний и узелок. Мои шнурки теперь в два раза короче. Я просто их завязываю. Все. Аккуратненький шнурок. Такой двойной шнурок уже развязывается. Он при ходьбе не будет развязываться и будет держать плотно. Да, бывают очень длинные вот эти шнурки. Если еще их укоротить, то я сейчас развяжу эти узелочки. И я просто связываю здесь. Вот. У меня эти два конца шнурков. И между собой завязываю. Вот так. Все. Завязала. Также определяю их под язык. Вот у меня получился здесь такой узелочек из... Его не будет видно, потому что он спрячется под шнурками. Все. Теперь у меня аккуратный бантик, и шнурок не будет развязываться. Кроссовки бывают вот с такой декоративной здесь, с декоративным языком. И если завязывать здесь шнурок, то получается, ну, просто прячется под этим шнурком вся надпись. Как я завязываю? Вот я завязала по-другому, и надпись видна, и язык короткий, и шнурки короткие. Я беру шнурки, вот у меня такие петли заправлены, и теперь я просто завожу вот сюда, в петлю, вот. И здесь также завожу в петлю шнурок. Вот у меня такие получились. Здесь я завязываю. Но завязываю так, продевая шнурок вот внутрь. Я продела. Завязываю здесь. И назад заправляю вот в этот хлястик. У меня узел заправлен, вот
два кончика от шнурков. Мешать они не будут. Я их просто внутрь заправляю. Все. И у меня получилось вот таких два коротеньких шнурка, которые великолепно завяжутся. Но завяжутся гораздо ниже. Ниже язычка. Вот завязались ниже язычка. И виден язык и маленький шнурок. Вот. Показываю. Так, шнурую я ботинки вот так, через верх, чтобы сначала шнурок проходил сверху и оставался внутри. Вот. Тогда легко еще раз сюда же завести шнурок. Вот я в ту же самую дырочку завожу шнурок. Вот. В последнюю. Завела. И у меня получилась петля. Также и здесь. Я еще раз завожу в эту петлю. Вот. Завела. И у меня здесь петелька. Теперь здесь складываю два шнурка вместе. И завязываю в узел. Для того, чтобы две вот эти два кончика жестких не мешали во время ходьбы. Ставлю, заправляю внутрь. Вот. Не видно этих концов. И у меня получилось два коротеньких шнурка, которые легко завязать. Вот. Болтаться, и никто не спотыкнется и не упадет. Допустим, такой шнурок также заправлен, а сунуть некуда шнурок. Я опять засовываю также в эту же самую дырочку, в последнюю. Вот сюда. И у меня здесь получается петля через край. Вот так. И также с этой стороны опять завожу в это же отверстие. Вот. Эти два кончика также связываю петлей. Потому что здесь нигде нету этого хлястика, через который держатся шнурки. Ну, вот такой штуки. Здесь я завязываю на бантик и просто просовываю. В этом случае нету такой приспособления в кроссовках. Вот я прячу узелок. И у меня получается два коротеньких таких шнурка, которые великолепно завязываются. Вот. И вот короткий шнурок. И очень удобно. Развязал, засунул ногу и опять завязал. Опять же, шнурки не развяжутся, концы не будут болтаться. Сами разобрались, а теперь расскажу, как я завязываю вот такие жесткие шнурки. Если завязывать обычным методом, то этот шнурок буквально через 10 метров просто опять развяжется. Я завязываю вот так шнурки. Очень удобно их снимать. Они вот так раздвигаются. Можно засунуть все на ногу. И опять собирается. Расслабляется шнурок. Засунули ногу. И собирается. Вот. Я это делаю. Беру кроссовок. Ручка, палка, неважно что. Беру шнурок и наматываю вот вперед к носу кроссовка. Первый шаг вот так. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Можно шесть.
вынимаю ручку. И теперь вот сюда, в эту дырочку, просовываю вот этот кончик. Просовываю его сзади. Не спереди, а сзади. И когда наматываю вперед, тогда получается хороший узелок. Вот один узелок у меня получился. Также второй. Вот так беру. И вперед к носу. Раз, два, три, четыре, пять. Вынимаю аккуратненько. И сзади сюда завожу шнурок. И продеваю через все кольца. Вот продела. И получился у меня вот такой намотанный жгутик. Одинаковое количество делаю намоток, чтобы симметрично было. И теперь вот этот шнурок продеваю сюда же в кольца и вытаскиваю. Вот, вытащила один кончик, а здесь второй. Также просовываю через все кольца. Здесь надо постараться чуть-чуть, потому что шнурки очень жесткие. И вот у меня получился вот такой красивый узелок. Вот здесь я сделала больше витков, и получаются вот эти кончики покороче. Вот. Получается аккуратненький. Здесь я сделала поменьше витков, и получились подлиннее шнурки. Вот, очень удобно и красиво, на мой взгляд, очень красиво. И функционально в том плане, что можно расслабить, можно затянуть. И нет вот этих длинных шнурков, а особенно вот такие кроссовки, которых, в принципе, шнурки это декоративные, они нифига не держат, они просто для декорации. Ну и в то же время плохо шнуруются, быстро развязываются. Такой узел очень удобно. Можно вообще плотно не затягивать и не вытягивать эти шнурки. Тогда вообще будет такой узелок красивый. Он не будет мешать засовывать ногу, потому что он здесь свободный. Ну и в то же время не будет болтаться большое количество шнурков. Расслабить, соединить, расслабить, соединить. Очень гармонично смотрится и не болтаются лишние. Бантики тоже очень удобно в определенных ситуациях. Особенно, когда надо, чтобы вот видно было язык какой-то декоративный. Ну и вот еще бывает такой случай, когда очень жесткие шнурки, но они короткие. Вот. Короткие в своем исполнении. Если завязывать, то они вот развязываются, потому что не получается такого тугого узелка, и все это развязывается. Что я делаю? Шнурки завязала. Всем пока, до новых видео.